Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как BitNorm. Итак, что такое BitNorm? BitNorm – это форум, на котором можно мгновенно поделиться своими видениями. Участники могут формировать отношения, мотивировать друг друга на достижение цели и приобретать новые навыки. Вы можете быть уверены, что сейчас подходящее время, чтобы присоединиться к форуму и пообщаться с другими людьми в экосистеме криптовалюты. Анализ и резюме криптовалюты позволяет нам воспользоваться мощью алгоритмов анализа ценовых данных BitNorm, которые позволяют на раннем этапе обнаруживать тенденции, изменения цен на новые криптовалюты, давая нам возможность заработать на благоприятных изменениях рынка. В конечном итоге ключ ценности – это необходимость и использование. Если никто не нуждается в нашем продукте и не использует его, у нас нет бизнеса, чтобы гарантировать, что вы делаете прибыльные инвестиции. BitNorm объединяет и связывает услуги и криптовалюты, чтобы предоставить нам надежные индикаторы и их использования и, следовательно, их истинной ценности. Неоспоримый факт, что мы живем в быстром мире, который даже становится быстрее. Вы откладываете сон, вы проигрываете. Воспользоваться преимуществами связи в реальном времени, присущей всем приложениям BitNorm. Держать нас в курсе последних новостей, общаться с нашими пользователями BitNorm, чтобы получать информацию о том, что происходит вокруг экосистемы криптовалюты. Уже сейчас можно на сайте подписаться на бета-версию, достаточно ввести только адрес электронной почты и получим уведомление на почту о предстоящей бета-версии. Также на сайте мы найдем все социальные сети, где можно более подробно узнать о компании, посмотреть скриншоты, как это все выглядит, и зарегистрироваться на платформе и использовать. Это является простым обзором, переходите на сайт, ознакомьтесь. На этом обзор закончен, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!